Это не кися, это что-то. Господи, какая же ты нежненькая. Луночка. Это что-то вообще. Господи. И вот так целый день, целую ночь ходит и гладится, сколько от ее нежноты идет. Реально, она прям в меня врезается. Моя птичечка такая счастливая. Я спросила у хозяйки, у ее, говорю, она такая всегда? Она говорит, нет, что-то с ней непонятное. Вот такая она, смотрите, как лапочку она держит. Моя девочка любимая. А Юлька говорит, это она от тебя балдеет. Такая с тобой довольная. Ну, я не спорю. Я сама от тебя балдею. Чего нет-то?